привет! Начинаю снимать третью серию по отшиву моей подушки «Огонь». И практически целую неделю я не приступала к этой работе, потому что я отвлеклась на бисер, и у меня там все так хорошо пошло, что как-то я даже вот и не могла добраться до моей вышивки. Но вчера у меня получился свободный день, и практически, ну вот, днем я занималась какими-то делами, а вот вечером уже часов с 5 у меня были все дела закончены, и такая вот свобода, и я села за вышивку, думаю, все, вечер мой, и буду шить до упора. И вот вчера я приступила к этому участку. Ставлю фотографию, напомню, как у меня было в прошлый раз, на каком этапе я остановилась. И я дошила здесь, доработала все пропущенные фрагменты, также немножко сделала бэкстич. И вот за вчерашний вечер вот это вот большое яркое пятно было вышито, причем с легкостью и с большим удовольствием. Не знаю, узнаете ли вы в этом пятне феникса. Я, если честно, пока еще не очень узнаю, но вот через камеру очертания немножко видны. Здесь не хватает, конечно же, волшебных штрихов бэкстича, чтобы феникс проявился. Но бэкстич я буду делать после того, как я дошью, вот здесь будет идти рука и какие-то небольшие еще здесь фрагменты. Вот она у меня схемка. То есть мне нужно вышить вот эту часть и немножко вот здесь. Я иду по своей системе, которая мне очень-очень нравится. Ее нравится использовать при отшиве этих работ. Я выбираю себе определенную высоту и вышиваю по этой границе. Дошиваю какие-то крестики и оставляю обязательно вот ниточку вверху. Но если уж совсем у меня там 2-3 крестика новых начинаются, то я уже не закрепляю нитку, а оставляю уже это на потом. И когда я перехожу вот к новому участку, к примеру, да, вот здесь у меня такой тоже клубочек из ниток, я буду брать последовательно по одной ниточке, я ее буду все отшивать для начала, а потом уже буду брать недостающие цвета и заполнять картинку. Вышиваю я по цветам, так как здесь 14 каунт и очень хорошо ложится ниточка. Кстати, здесь ниточки гамма, но они великолепны, прекрасно себя ведут, никаких нареканий. Единственное, у меня иногда за ниточка в узелке завязывается, но это такое дело, и ДМС любимые нитки тоже, они иногда в узелке завязываются. Вот. Крестики получаются ровненькие, красивенькие. Когда будет вышита полностью работа, я вам покажу более с близкого расстояния. Но сейчас нет бэкстича, видна разметка. Наверное, не очень интересно рассматривать прям крестики. А вот с расстояния полюбоваться яркими красками, сочными. Мне кажется, самое-самое то. Сейчас лето, жарко, и вот эта работа, она... Эта работа потом будет у меня ассоциироваться как раз с летом. Вот, я надеюсь, что мне удастся выполнить мой план. Я хочу вышивать по одной работе в месяц. Вот, значит, до конца июля мне нужно дошить мою подушку. Сейчас как раз середина месяца. И у меня уже середина работы 100% есть, так как я вышила вот этот участок, достаточно объемный. И мне нужно приложить еще максимум усилий, чтобы до конца месяца все-таки эту работу завершить. Буду стараться, не знаю, всякое случается, но предпосылки есть на то, что у меня все получится. Сегодня буду дошивать вот эти оставшиеся фрагменты и, конечно же, бэкстич. Очень хочется увидеть, что у меня здесь получится. Ну, потом, конечно, вам покажу, буду делать включения, буду снимать мои сериалы по отшиву этих подушек и делиться с вами моими новостями и какими-то впечатлениями. Поэтому увидимся с вами в следующем включении. Прошел еще один день, показываю вам результат. Я дошила все крестики, которые я намечала
по вот эту определенную линию и даже выполнила бэкстич. Посмотрите, какая красота получилась. Вот мой феникс уже начинает проявляться. Вот его тельце, когти, да, и вот здесь будет голова. Ну, клюв уже практически видно, а глаз и перья, такой хохолок, это уже будет у меня на следующем уровне. Ярко и красиво смотрятся здесь все цвета, подчеркнутые бэкстичем. Вот уже рука парня практически готова. Немножко нужно будет выполнить здесь также бэкстич. Ну и все, я уже перешла на левую сторону. Буду вышивать такими полосками вверх. Сейчас поднимусь вверх, дошью вот здесь все необходимые крестики. И вот так плавно буду идти справа налево, вот по определенной линии. Ну и, конечно же, по мере отшивания каких-то участков буду выполнять бэкстич и, конечно же, показывать вам свои продвижения. Очень мне хочется успеть до конца месяца дошить эту работу. Нужно марафонить. У нас очень жарко. Уже как бы так нет столько сил, чтобы вышивать много, потому что хочется занять себя чем-то другим, почитать, что-то поделать другое. Как-то на вышивку сильно не тянет. Но я все равно нахожу немножко время и утром, и вечером, потихоньку вышиваю. Благо 14-й каунт, как я сейчас его люблю. И он помогает мне получать очень быстрый, хороший результат. Ну вот, я приступаю дальше к вышивке и увидимся с вами в новом включении. Итак, прошло 2 дня, и я спешу показать вам, что у меня вышилось за эти пару дней. А вышивала я латы в основном, и посмотрите, как красиво смотрятся, особенно вот на камеру, блестят как настоящие. Немножко здесь вышивала одежды молодого человека. Здесь у меня было заколдованное место просто какое-то. Знаете, когда вот путаешься в 2-3 крестиках, вот и я здесь. Даже мне пришлось выпороть достаточно такой, ну, небольшой, маленький такой кусочек пришлось выпороть, потому что я там очень сильно запуталась, и мне пришлось вышивать потом все это сначала. А в целом идет очень легко, очень хорошо и быстро моя работа продвигается, и, как видите, мне осталось уже вот совсем чуть-чуть. Я решила сейчас сделать паузу, показать вам вот этот фрагмент, да, и сесть уже за вышивку. Я надеюсь, что сегодня вечером мне удастся дошить щит, ну и, возможно, завтра утром я довышиваю бэкстич. Кое-где я бэкстич уже вышила, вот, ну, здесь будет достаточно тоже бэкстича, каждый элемент обшивается, на щите у нас изображено солнышко, поэтому все будет хорошо вышиваться. Тут ниточки у меня такие припаркованные, лохматенькие, не обращайте внимания. Творческий процесс, да, вот так. И мне осталось совсем чуть-чуть. И я скоро буду переходить уже на 4-й этап. 4-й этап завершающий. Он, мне кажется, не сильно сложный. Ну и знаете, когда уже конец и приближается к завершению вышивка, все идет намного быстрее и с большим интересом. Здесь вот будет голова человека и голова феникса, перья, вулкан, фон, облака. Вот такая у меня схема меня ждет, но на данный момент вы видите, что получается. Еще чуть-чуть и представлю вам уже готовый результат вот по этой части с бэкстичем. Все вам покажу и буду уже готовиться к 4-му этапу. Так что увидимся в следующем включении. И вот, девочки, мальчики, уже следующий день. И, наконец-то, я могу вам представить полностью завершенный не работу, а вот этот участок, над которым я работала. Это самый большой фрагмент, потому что здесь середина работы, и поэтому здесь больше всего идет крестиков по горизонтали. Ну, навскидку, сколько здесь у меня получилось, сейчас я вам скажу. 400,
Плюс здесь у меня было где-то 2900, ну где-то около 8000 крестиков в этом участке у меня вышилось. Плюс, конечно же, очень много бэкстича. Знаете, вот вчера села с таким желанием быстро-быстро сесть и дошить вот этот щит. Ну, кажется, ну что там, ну сколько там этих крестиков, должно вышиваться быстро и легко. Но, как назло, процесс не шел. Постоянно я путала два цвета. То припаркую неправильно эту нитку, потом ее возьму, то вытаскиваю, смотрю на нужный номер, 25-й, тащу 26-й. Ну, прям какая-то абракадабра была. Вчера хоть плачь. И вот возьми вы, да, отложи работу на вечер и выши с утра. Нет, я вот себе поставила цель, думаю, умру, ну, как говорится, ну, вышью. Сидела, плакала и шила, и я все это вышила. Утром встала пораньше, поскорее принялась за бэкстич. Его здесь тоже очень много, он кропотливый, но, в принципе, вышивается легко. Я потихонечку его раз-раз-раз повышивала, где-то ниточки бэкстича я сразу паркую. Все, работа приобрела вот эти вот, этот участок работы приобрел законченный вид, красивый щит, засверкали латы, рука видна, вот край одежды, да, вот оборки уже видны, как смотрятся хорошо. Очень красиво, интересно. И, наконец-то, меня ждет уже завершающий этап, это будет четвертый. Сейчас я буду перекручивать канву, и меня ждет, вот он, последний фрагмент. Открываю опять же схему, показываю. Вот этот кусок схемы мне нужно будет вышить. Посчитала, здесь у меня где-то 7300 крестиков. Ну, я надеюсь, за неделю упорного труда, немножко по марафону, и думаю, что в следующем субботу-воскресенье я смогу вам представить уже готовую завершенную работу. Сегодня у меня тоже суббота. Сейчас я побегу быстренько монтировать видео. Как-то я задержалась в этот раз. Выложу видео, чтобы вы завтра, в воскресенье, уже посмотрели все мои приключения и этапы отшива данного фрагмента. Ну и сяду уже потихонечку вышивать мои 7300 крестиков, чтобы к следующему субботу-воскресенье показать вам уже готовую картину. Как я жду, вы даже себе не представляете. С огромным нетерпением мне хочется вот дошить эту картину и достать ветер мой отшитый, положить их вместе и посмотреть две картины вместе, как хочется. Прям вот ручки чешутся, и устала. И в то же время вот у меня такой азарт, что нет, я все равно я ее сделаю, я упертая в этом плане. Как говорится, назад не иду, паса не даю, поэтому только вперед, отшить и поскорее уже наслаждаться готовым результатом. Все, видео получится, наверное, таким каким-то маленьким, скомканным, ну, как есть, знаете, все идет по настроению и от души. Вот так получается, так вам показываю, может быть, какие-то сделаю вставки, а может быть и нет. В любом случае, желаю вам хорошего настроения, увидимся в следующем видео, ждите на следующей неделе уже финиш этой работы. Пожелайте мне удачи, поставьте мне лайки, подбодрите. Ну и, конечно же, не забывайте о колокольчике внизу, вы можете нажать на колокольчик, и тогда вам на почту будет приходить уведомление о том, что у меня появилось новое видео. Ну все, всем хорошего дня и до новых встреч. Пока-пока!